Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Инги Титовой. Льняная одежда является на первом месте в жаркие дни, так как она позволяет коже дышать. В этом году очень много стильных вещей, выполненных из этой ткани. Платья, шорты, юбки, блузы и брюки. Я уверена, что весной и летом каждая женщина хочет выглядеть красиво и нарядно. Именно льняная ткань сможет помочь справиться с этой задачей. Главное выбрать правильный фасон, который украсит вашу фигуру. К примеру, облегающее платье подходит немногим женщинам, да и в жару в них не совсем комфортно. А вот прямой край в этом плане более универсален. Лен – это не тянущийся материал. Вещи из него нужно выбирать правильного размера. Имеется в виду, что вещи не должны облегать и вещь не должна висеть как мешок. Удачным вариантом можно считать модели с завышенной линией талии или платья А-силуэта. Обе эти модели идеально подходят женщинам любой комплекции. Не забывайте про аксессуары. Они помогут лаконичному льну выглядеть более нарядно и выделят вас из толпы. Сам по себе лен невзрачен и ничем не примечателен. Цвета в основном блеклые и неброские. Это связано с тем, что лен очень плохо красится. Зато благодаря этому легкие приглушенные цвета делают образ сдержанными и дорогими. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Подписывайтесь на наш канал, делитесь своим мнением. Всего вам самого хорошего!